Сценарий новогодних утренников в детских садах начинают составлять задолго до самого праздника. Новый год для дошколят – это волшебная сказка. Воспитатели, педагоги по вокалу и хореографии, в свою очередь, стараются оправдать доверие малышей и сценарий утренников наполнить запоминающимися идеями и интересными сюрпризами. А потому 85-й прогимназии решили отступить от традиционных сценариев. Ребята перевоплотили самые невообразимые персонажи. Решили отказаться от привычных снежинок и медвежат и устроить настоящую сказку. Дети очень любят сказки, и, наверное, они засыпаются сказками, просыпаются за сказками. И поэтому, конечно, была выбрана тема карнавала сказок. И дети, конечно, эта идея очень понравилась. И были не традиционные танцы, а танцы-сценки. Приключения Буратино, доктора Айболит, Кошкин дом. Сказочная фея за время утренника успела рассказать ребятам сразу несколько сказок. А малыши справились со своей ролью и полностью раскрыли образы. Несколько мальвин, Буратино, негритята, тигрята, лягушата, пожарные, которые тушили огонь. Вжиться в образ дошкольникам помогли костюмы. Наряды – это уже заслуга родителей. Многих мастерили сами. Активное участие в утреннике принимали и сами воспитатели. Дети наши, конечно, большие молодцы. Мы готовились, и стихи, и песни, вы все это сами видели. Я думаю, что праздник удался на славу. Всех с наступающим Новым годом! Кульминационный же момент остался неизменным. Без традиционных гостей праздника все же не обошлось. Был хоровод с Дедом Морозом и заветный мешок с подарками. Именно ради этого детвора и выучила новые стихи. Улицей гуляет Дедушка Мороз, и не насыпает по ветвям берез. Ходит молодую белую тридцать, топает ногой, только треск идет. Но всегда было чудо, нам на часов 12 бьет, и не еда на куда, нам приходит Новый год. Веселые затеи принес нам Новый год, веселая звонка песни, начнем хоровод. Вслед за утренниками в городе стартуют культурно-массовые мероприятия. Уже завтра в Олимпийском парке пройдет благотворительная елка для детей-спортсменов. 27 декабря на площади флага загорятся новогодние огни Сочи. Лучшие танцевальные и вокальные коллективы города исполнят новогодние хиты, проведут массовый флешмоб «Новогодний танец», и все это в компании Деда Мороза. А в воскресенье 28 декабря 200 Дедов Морозов устроят мотопарад, а также колонны пройдутся по центральным улицам курорта. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.